А плюс 2 в квадрате минус 1 и вот это мы должны заменить через P и Q. X1, X1 плюс X2 равняется минус P, да? X1 умножить X2 равняется Q. Вот это вы все правильно переписали. А плюс 2 это X1 плюс X2. Потом X1 в квадрате минус X1, X2 плюс X2 в квадрате. Вот это можно заменить через минус p, правильно? Минус p, да? Потом, вот здесь у нас в готовом виде нету, вот поэтому мы должны это x1 плюс x2 в квадрате представить, и минус 3, x1, x2. Так? Так? Это теперь у нас через p, а это через q, потом раскрываем, получим готовую формулу. Понятно, да? Мы все задумывали. Что у вас? Не слышно? Гейбрус-Чири, что у вас тут? Получается? А? Да, продолжим, продолжим. Когда один корень это а равняется нулю, b продолжим, продолжим. Один корень, да, да, да. Один корень а не, да, не равняется пи. Следующее. Не соблюдал факт. Давайте, нет ничего. 8,55 агент. Если умножаем мы 4,44, разве получим? Я не знаю. По виету можно, да, складываем 63, но когда умножаем, надо 4,44.